Самая обсуждаемая пара отечественного шоу-бизнеса Аша Матай и Арман Кунербаев, в конце сентября связавшая себя узами гименея, спустя почти два месяца отправляется в законный медовый. Утром в пятницу счастливые двое опубликовали свои фотографии из аэропорта. В описании Аша рассказала, куда они с Арманом отправились отдыхать. «Мы добрались до Малайзии. Вечером с Куала-Лумпура отправимся на Бали. Обещаю, что мы вернемся очень скоро. Но пока долгожданный отдых», — написала Аша. Подписчики закидали певицу сотнями комментариев с пожеланиями. Присоединяемся к ним и мы. Надеемся, что по возвращению пара порадует поклонников новыми работами.